которые помогали с ремонтом этой квартиры. Это все-таки квартира получается? Это квартира, это жилое помещение. Ага. Потому что если не квартира, то у нас ребята вот здесь не смогли бы жить. Это жилое помещение, 150 квадратов. Ух ты, круто. Да, здесь у нас, ну, это вот... Дежурство? Мы пишем для большого недели, какие у нас мероприятия на месяц. Как здорово здесь вообще. Это наша мечта. 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 Это наша мечта, мы с ребятами к этому стремимся, с нашим проектом. Землю уже выбрали. Скоро дай бог, строить. Пусть все будет, пусть все сбудется. Пусть все сбудется, правда? Ну, вот для нас, видите, вот в каком состоянии нам дали. Ага, так. Мы туда приезжали. Вот видите, как здорово. Да я когда школу ремонтирую, когда плохо не снимаю, только когда хорошо, красиво. А вот здесь вот то, что вы делаете, вот все знакомые лица, все свои родные все. Ага, так, ага. Мы решили это оставить на память, потому что... Ну, было очень здорово. Вообще сложно. Конечно. Мы сделали полностью перепланировку, и вот каждый гвоздик куплен за счет благотворителя. Супер, здорово. Кто нам что делал, да? Ага, здорово. Вот, и аквариум даже нам спросили, подарили, потому что у нас люто любитель рыбок, а нам в детском доме люто, ну, видишь, прям. Ага, да. Я вот в этом ничего не понимаю, в рыбках, честно скажу. Вот. Ты ухаживаешь? Ой, это здорово. Она никого не пускает. Ну, это же очень так, это такой хлопотный процесс. Да. Ну, она прямо, она и в детском доме два аквариума. Ага. Шикарно. Знаете, ощущение, как будто бы дом. Ну, да. Ощущение, как будто дом. Даже эта вот доска, немножечко не совсем нравится, но мы понимаем, что без этого никак. Но вообще стараемся максимально сохранить. Здорово. Ощущение дома. Игрушки. Все, замечательно. Ага, так это твоя комната, здорово, красиво, очень уютно, порядок, молодец, все хорошо. А ты и Слава здесь, да, вдвоем? Не ругайтесь между собой? Нет, прикалываемся. Я подошел начальнику, он мне подошел... Я подошел к начальнику и говорит: Слава, в январе ты уже будешь не помощник повара, а ты уже будешь поваром. Ух ты, здорово, поздравляю тебя, это здорово. Вот, я удивляюсь, у нас поваров не хватает, а вы в Суворовском училище работаете, а нам повара нужны. В нашей школе поваров не хватает. Вот. Нам тоже нужны повара. Может, кто-то еще созреет, да? Нам не хватает повара. Слава пока отучился. Ему надо практику пока пройти. Она пройдет практику. Только, да. Департамент питания есть проект, они устраивают, и он сейчас год должен отработать. Ну ладно, хорошо, нам тоже нужно салат, мы сейчас нужно салат сделать. Да. Зарплата 40 тысяч. Я работаю тоже в кусоточке. Я там готовлю картошку, и также я стою на напитке. Так она в двух позициях отличился. Также я до этого работал на Томоке. Вот. Также где интереснее? У меня больше машин нравится, но по здоровью я решил, правильно должно быть. Если по здоровью не ложится, то... Да, мыть машину это очень тяжело. Понимаете? Я работаю в кабинке черной, это дневной... Дневной... Центр дневного пребывания. Я утром встаю, завтракаю и иду на работу. Я ездила в Париж, смотрела, как другие рестораны работают, где много-много студентов кормят. И там подхватили идею, что есть такое французское блюдо – рыбный киш. Ну, вот такой пирог. Его очень легко делать, на самом деле. Рыбный киш, он называется рыбный киш, вот этот пирог. И стали его делать в нашем школьном ресторане. Не любила я в интернете есть рыбу. А когда с Татьяной Зуфановной, айда купим рыбу, я сама уже жарю там, все сама делаю. И я когда свою блюдо пробую, мне вкусно. Так, ну смотрите, вкусно? Да. Что передать поварам? Огромное спасибо. Ну вот давайте в кадр. Вот сейчас посвящается поварам лицея 146, которые очень старались готовить для вас угощение. Скажем вам, отличная работа в кадр туда. Повернитесь сюда. 3-4 повара. Отличная работа! Привет! Мы сегодня, наверное, устали. Там уроков. Нормально? Я думаю, мы в таком ритме. Нет, все.
Нормально. Как у вас уютно. Очень. Это одна... Одна всех, это мы делали своими руками, мастер-классы мы делали, вот свечка на Новый год будет все зажигать, это с запахом. И мы его тоже своими руками делаем, там тоже неплохо какой запах, вот. Ребята, действительно, приезжал специалист, и они делали вместе с ребятами, то есть именно чтобы это было сделано. Если закончится свеча, она вытаскивается. То есть такая, да, а потом новую ставите. Так, давайте мы договоримся. Смотрите, я это дома у себя поставлю, да, сниму видео, где я этим пользуюсь, этим, и вам отправлю, чтобы вам было приятно. Хорошо? Ладно, договорились. Хорошо, зачем дошел прогресс, да? Все сразу видно и удобно. Все, а с меня тогда ручные подарки детей, ну и по пирогам. Когда вы друг друга поддерживаете, вы сила. И мы у вас есть, знаете об этом? Ладно, договорились? Спасибо огромное. У вас гости сегодня только начинаются. Вот уже я передаю эстафету еще новым гостям, да? Отличная работа!